Приветствую вас на канале Valtreco.ru, электрический персональный транспорт. Сегодня в обзоре новинка от компании Everrider. Модель 2020 года, полноприводный фэтбайк Everrider Explorer Sport 3500. Данный электрофэтбайк оборудован фарой передней, задним габаритным огнем, он и стоп-сигнал, а также поворотник. Установлен сверхмощный задний мотор, пиковая мощность 3000 Вт и передний, 500-ваттный номинал и 1000 пиковая мощность. Соответственно, фара передняя, передняя вилка с блокиратором, амортизатор, складная рама алюминиевая, большая емкая батарея 15 ампер-часов. Также установлен электрический гудок, соответственно, управление фарой на руле, габаритами, поворотниками. Мотор очень мощный. На фэтбайке установлена кнопка включения переднего мотора и, соответственно, его отключения, поэтому вы можете использовать два режима езды. Одновременно работает два мотора, либо работает только задний мотор. Установлен интеллектуальный LCD-дисплей, который показывает уровень заряда батареи, одометр, спидометр, абсолютно все режимы, он программируется. Соответственно, также с помощью стрелочек вверх-вниз вы можете настроить 5 режимов в PAS, это система помощи при педалировании, Pedal Assist System. Данный электрофэтбайк оборудован полноразмерными крыльями, передней амортизационной вилкой с блокиратором, а также настройкой по жесткости. Установлен багажник, очень прочный, он выдерживает взрослого человека, поэтому данный электрофэтбайк может эксплуатироваться вдвоем. Он абсолютно проходимый, то есть передний мотор подключается и вытягивает вас по снегу, по песку, по любому бездорожью, из любой трясины. Данная модель специально разработана для России. Установлена складная алюминиевая рама, складной руль, складные педали. То есть он очень компактный, помещается в любом транспортном средстве, в автомобиле. Можете его взять с собой в МЦК, в метро, в электричку. Это абсолютно идеальный спутник на рыбалке, на охоте. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Компания Everrider специализируется исключительно на производстве премиальных электрических фэтбайков. Каждый фэтбайк сделан из качественных комплектующих известных мировых брендов, таких как Velga, Velo, Moza, Shimano, Япония. На всех велогибридах от компании Everrider установлены емкие литионные аккумуляторные батареи. На полноприводном Everrider Explorer Sport установлена батарея 15 ампер-часов. Только качественные комплектующие, только качественные элементы в литионных аккумуляторах обеспечат вам полноценную эксплуатацию в течение всего времени года данного велогибрида. Еще одной особенностью данного электрофэтбайка является наличие мотора типа Direct Drive. Это долговечные прочные моторы, в которых отсутствуют трущиеся детали, соответственно, там только обмотка, поэтому они прослужит вам очень-очень долго. И он подвержен тюнингу, то есть до 60 вольт его спокойно можно раскачать. Новинку от компании Everrider 2020 года мы настоятельно рекомендуем к приобретению. Everrider – лучший подарок настоящему мужчине.